Приветствую вас на своем канале Dancing Queen. Полгода моим сеянцам. Красавчики. Очень красивая форма листа. Шартрезный цвет. Но я думаю, что в конечном итоге желтиночка будет присутствовать. Что-то от мамы они должны взять. Dancing Queen — это яркая желтая хоста весной. Потом она приобретает вот как раз вот такой вот окрас. И форма листа, самое интересное, не совсем она схожа с формой листа Dancing Queen, хотя, ну, это молоденькие, они кажутся более удлиненные какие-то. Вот это больше похоже, вот этот тенец больше похож. Форма листа больше похожа на Dancing Queen. Но остальные у меня почему-то все вот такие вот удлиненный вариант. Такие вот лопушки такие длинненькие. Ну, посмотрим, что будет. Значит, если вы посеете семена хосты Dancing Queen в полгода, это будут вот такие вот кустички. Горшочки у меня, наверное, размер 6×6. То есть это небольшие получаются такие сеянцы. Но я считаю, что для хосты они развиваются вполне нормально. Листики не подсыхают. Стоят они у меня на балконе. Другие сеянцы переносит гораздо все похуже. Ну, вот эти вот, видите, вот какое желкование видно. Красавчики, просто красавчики. И что хотела еще показать вам, вот, казалось бы, сеялось одновременно, все одновременно. Вот этот вот слабенький, да, изначально, вот он был слабенький, вот такая крошечка. Ну, растет, развивается. Ну, и вот этот вот более сильный такой сеянец. Значит, дорогие мои, от хосты Dancing Queen вполне возможно получить красивые хосты шартрезного цвета. Я думаю, что это даже не конец. Я уверена, что будет и желтый окрас у них. Я думаю, что получится фактурный лист в конечном итоге. Но для того, чтобы это увидеть, надо подождать годика. Ну, как минимум 3. Но я думаю, что уже даже в конце лета они будут выглядеть совершенно по-другому. Я прощаюсь с вами. До новых встреч на моем канале.